Валентина Будкова приехала в Ульяновск из Павловского района, чтобы проверить знания и победить в профессиональном чемпионате «Навыки мудрых». Валентина работает социальным работником в Павловском отделении соцзащиты. Компетенцию она выбрала по профилю. Профессия соцработника – это прежде всего сострадание, милосердие пожилым людям, одиноким. Я проживаю в сельской местности, поэтому очень часто с этим встречаюсь. Вижу, как престарелым родителям приходится доживать большей частью одним. По условиям профессиональных соревнований участник должен выполнить трехмодульное задание. Валентине достались задачи по оказанию соцпомощи, решению трудных жизненных ситуаций и работе с семьями. Конкурс проходит в аудитории Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. Все, что делает конкурсант, видит комиссия через камеры. В этом году в связи с пандемией конкурс организовали в дистанционно-очном формате. Чемпионат «Навыки мудрых» – это движение, чемпионат между профессионалами. В возрастной категории 50+. Участвуют здесь специалисты по социальной работе и социальные работники. Отбор проводится по региональному чемпионату. Сначала проводился отбор среди районов. Были выявлены лучшие участники района. Потом эти участники от каждого района соревновались уже на чемпионате Ульяновской области. Валентина уже побеждала в этом чемпионате. В этот раз она тоже настроена решительно. Финал соревнований состоится 8 октября. В этот же день будет известно имя триумфатора. Виктория Чиркова, Артем Куранов. Улправда ТВ.